Кастрюлю я свою достала. Не знаю, сколько в ней литров. Мне кажется, литров 5. Буду варить. У меня всего лишь одна маленькая, малюсенькая рулька, одна курица и два куска свинины. Все это будет в моем холодце, но сначала рульку. Для того, чтобы все-таки у меня там что-то было для застывания, буду ее варить всего лишь одна. Больше и нет. Печаль. Не знаю, может быть, у нас в магазине. Сейчас мужу позвоню, может, он зайдет еще посмотрит где-то в магазине. Одна единственная рулька была на весь перекресток. Все разобрали. Наверное, все варят холодец. Похолодало, все захотели вкусненького, жирненького. Она бедная, несчастная, даже одинокая здесь в кастрюле, посмотрите. Так мало. Но у меня еще будет час, сначала будет несколько часов вариться эта рулька. Реально, часа 4-5 это точно я варю. На медленном огне кипит, томится, все это делается. Потом я добавляю туда мясо, которое мне нужно. Чаще всего это целая курица на всю вот эту вот кастрюлю. И у меня есть еще два куска свинины. Я их тоже туда добавлю и тоже поставлю вариться. Где-то свинину за 1,5 часа до готовности холодца. Курицу за 1 час до готовности холодца. Курицу буду час варить, потом выну. Сейчас набираю полную кастрюлю. Почему? Потому что не доливаю потом воду. Вот поставила, и он у меня варится, томится, воду я не доливаю, даже когда курицу кидаю, у меня все одна и та же вода, медленно-медленно кипящая. О, полнющая кастрюля. По итогу у меня, может быть, здесь 2 лоточка выйдет, ну, потому что мало, пока мало в смысле этого, мясо, не мясо, кости. Пока пусть закипает, а потом уже... Решим. Я, кстати, еще не завтракала и даже не пила кофе, дорогие мои. От жажды. Я представляю, как бесятся те, кто ненавидит, как я пою. Простите меня, пожалуйста, что вам приходится испытывать такие ужасные эмоции, но вы можете просто не слушать. Я понимаю, что это сложно не слушать меня, потому что я великолепна, но если уж так сильно раздражает, то все-таки лучше не слушать. А здесь выключился уже, все, ты пропылесосил, Э. А здесь, да и здесь вроде все чисто, ну ладно. Так, 3 ложечки на 350-400 миллилитров воды у меня здесь, может быть, 4, больше 400, не знаю. 3 ложечки кофе я сыплю и притаптываю. Утаптываю, притрамбовываю. Да будет кофе! И срач по поводу холодца. Какие есть у вас замечания уже на этой стадии? Варенье мною холодца. Давайте вот сюда. Такая яичницу поела. Наверное, сейчас мужу позвоню и есть хочу, он ушел. Он ушел на работу по делам. Вроде обед уже 11:50. Будет он или нет? Голодом меня морит. Ждем. А, сюда я добавлю лаврушку, пардоньте. Пардоньте, дорогие мои друзья, совсем уже память моя плохая стала. Ну, 2 листика лаврушки будет достаточно, хотя я и так терпеть ее не могу. Сюда же добавлю 1 душистый перец на всю кастрюлю. И сюда же я добавлю перец горошком, ну, пусть... Ну пусть штучек вот сколько. 10 получилось. Давайте 5, ладно. Давайте 6. Так и будет. Ну и все. Потом все равно сыпать бульон буду. Все. Готовченко.